Привет, друзья! Сегодня приготовим курочку. Ребята, снежки играют на улице, морозно, красиво, солнышко. Нужно что-то быстренько приготовить. Вот сегодня быстрый рецепт. Приготовим куриные ножки, как я уже сказал. Для этого нам понадобятся сами ножки. То есть разделал я их отдельно. Вот ножки отдельно. Окорочка. Чесночка, зубчика 3. Паприка. Я ее очень люблю. Значит, майонез, перчик и соль по вкусу. Это все. Останется нам все это все перемешать в нужных пропорциях. И в принципе блюдо готово, за исключением времени на выпекание. Соли нам понадобится на этот объем. Здесь около 1,7 кг. Значит, 1 столовую ложку. Паприки нам понадобится 2 столовые ложки. Здесь 2 столовые ложечки. Вот, использовать можно куркуму, травы, любые другие специи, которые вам нравятся. Вот мне сейчас вот с паприкой нравится. Перчик. Перчик. Здесь у нас 4 разных перца. Его тоже нормально так поперчить. По вкусу. Чесночок на мелкой терке натереть. Остается добавить майонез. 2-3 прям жирненько так кладем ложки майонеза. Добавлю даже. Теперь все это, каждую прям вот каждый кусочек мяса обваливаем в этом деле. Не упускаем ни один кусочек мяса. Это у нас такой маринад. Очень классный, вкусный. Получается вот такие вот красные марсианские ножки куриные. Духовка у нас включена на 180 градусов. Нагревается. Оставляем это дело мариноваться минут на 15. Прошло 15 минут. Теперь наша задача аккуратно это дело вместить в этот противень. Что-то типа сложить пазл. Задача, я вам скажу, не из простых. Тем не менее, я справился. Отправляем в духовку на минут 45. А пока готовим гарнир. Гарнир может быть любой. У меня будет картошечка. Это у нас готовая курочка. Ну и зовем детвору с улицы. Готовьте. Всем приятного аппетита и удачи до следующих рецептов.